первый вопрос. Ну, трудовая была победа или игра была довольно проста? Игра довольно часто удавалась. Мы создавали много хороших моментов. Не забивали много, забей третий. Был бы 3-0, думаю, парни бы немного сжались бы, да, подсели бы. И даже игра уже наша бы пошла. А так дали сопернику шанс, обрезали, два раза обрезались, и уже игра как качели пошла. Ну, игра для нас была изначально 2-0 мы вели. Она, конечно, была легкая, но потом мы придумали себе преджемы. Два привезли, и уже с 2-2 приходилось выцарапывать победу до последнего. Вы обсуждали вот эти два привоза, которые привели к таким пропущенным мячам или нет? Ну, конечно, обсуждали. У вас особого значения не придали. Ну да, ну последний защитник начинает через центр атаку, это ну, неправильно. Мы обсудили это, чтобы больше так не делать, но и во втором не привозили больше. Договорились забивать все свои моменты, упа. Возможность ударить, сразу бьем, забиваем. Все равно у нас это не получается, но хорошо, что мы выиграли, и игра так завершилась. Тигры в прошлом году выступали так же в первой лиге, как и вы. Вообще знаете эту команду, слышали они? Ну, да, но они в другом дивизионе, да, то есть? Играли, да, слышали, они во второй лиге тогда. Так, чтобы сильно прям знать команду, не знаю. Теперь вы вышли в плей-офф с первого места. Есть какие-то команды, с которыми хотите встретиться там? Или вообще без разницы, на кого попадать, с кем играть? Хочется с очень с университетом встретиться. С Олимпом хочется встретиться. С Олимпом неплохо было бы. А с Континент выйдет? Неохота опять просто играть, но почему нет? Сыграем, покажем. Ну, есть, конечно, интересные команды, в которых играют наши друзья, ну а так в целом. Да, вот последний вопрос. Может быть такая ситуация, что будет какая-то сильная команда, которая вам забьет первыми, и вам придется играть уже с позиции, ну, проигравших. Вообще готовы к такому, что будете как бы царапать победу и забивать? Да, мы многие свои игры и на разных турнирах приходится некоторые матчи выцарапывать на морально-волевых. Всегда брали и делали это. Ну, понимаю, что кубок — это очень сильный турнир, где играют, ну, разные команды, с которыми мы прям сильно не встречались, которых мы не знаем. Мы как бы настраивались на то, что если мы выйдем в плей-офф, будут просто, ну, очень сложные матчи, поэтому мы готовы как бы. Какие вообще ваши реальные амбиции вот после того, как вы вышли? Ну, не скажу, что мы боремся за призовые места, но повыше забраться бы по турниру таблицы, там 1-4, 1-8, может. Будет обидно, если быстро довольно вылетим. Турнир интересный, очень хочется поиграть. 1-4, 1-2 было бы очень хорошо.